Дорогое собрание, дорогие братья и сестры, давайте попробуем представить, как будет звучать этот гимн на небе. Знаете, иногда задумываясь, как будут звучать небесные гимны. Братья, будет такое торжество там, такое торжество. Это, конечно, нас вдохновляет и заставляет задуматься и ожидать, желать нашей встречи с нашим Господом. Мне очень приятно быть в вашем доме молитвы. Сегодня уже 10-й день. Здесь проходят библейские курсы. Хочу сказать, пользуясь возможностью, благодарить вашу церковь за ваш приют, за вашу теплоту, за ваш дом молитвы, который мы могли провести эти курсы. На эти курсы были примерно 65 курсанта. Почему примерно? Потому что были некоторые, которые были так называемые вольные слушатели. А так 65 курсанта, которые отучились, сдали экзамены, прошли определенный курс обучения. Мы этому рады. Также были 10 братьев-преподавателей, которые ревностно трудились, служа Богу, и на этих курсах благодарю. Знаете, особая благодарность, я опять пользуюсь возможностью, наверное, скажу, брат Константин ничего не скажет, он мне ругать не будет, но, знаете, он дважды уже отпрашивается на наши курсы преподавать. Понимаю, по мере загруженности, конечно, это определенная нагрузка, но я скажу, благодарен Богу и ему, и вашу церковь за его служение. Он для нас, между нами, является настоящим отцом. Это такое благословение. Мы за это Богу благодарны, конечно, ему. Ну и не только ему, всем братьям, которые поучаствовали. Было участие сестер. Братья и сестры, знаете, мы сегодня последний час делали определенные выводы по прохождении курса и делали определенные как бы, отзывы о курсах. И некоторые из братьев выразились так, что сестры, которые нас кормили, умели очень вкусно кормить, но и не только. И еще очень красиво. У них, в общем, все это получалось так красиво. Там цветочки, записочки, и все красиво. За это, конечно, мы... И это содействовало тому, чтобы учебный процесс был успешен и так далее. И все это было настолько приятно, братья и сестры, я вам скажу, я так воодушевлен и вдохновлен вот всему этому служению, которое произошло здесь. Слава за все Богу. Знаете, вчера, когда приехал здесь, братья подходят, и я заметил определенные переживания у них. И они начали признаваться. Вчера последний курс сдали 6 экзаменов. Ну и сегодня те чувства у меня. У меня сегодня братья устроили экзамен. Я понимаю, что сейчас нужно говорить проповедь, и братья будут меня как бы слушать в призму наших предметов и будут наблюдать экзегетику, риторику, чем я страдаю и так далее. Поэтому, братья, снисходите, ни зачет не поставьте, пожалуйста. Братья, предложено немножко поразмышлять над Словом Божьим, чтобы вместе помолились, чтобы вместе помолились. В начале наших рассуждений я буду читать один текст, который будет основанием наших рассуждений. Это написано в Евангелии от Луки, 9 глава, 23 текст. Я думаю, всем нам знакомый текст. Луки 9, 23. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Братья и сестры, прежде чем я скажу главную мысль моей проповеди, давайте немножко вспомним контекст этого текста в этой главе. Иисус Христос один день, говоря ученикам и не только множество народа собиралось, Он говорил, и уже день к вечеру, и Христос обращается, или ученики обращаются ко Христу и говорит: «Распусти народ, потому что вечер, им нужно кушать». Иисус обращается и говорит: «Вы дайте им есть, у нас нет пищи». В конце этого разговора Иисус Христос берет хлеб, размножает, чудо совершается, и народ кушает и насытился. Но впоследствии этого, второй день, Христос, переходя на другой берег,
народ подходит к нему, ищет и говорит: «Мы тебя искали». И вывод Иисуса Христа: «Вы не ищете меня, потому что видели чудеса, а еле насытились». Братья и сестры, понимаю, что чудо совершил Христос втайне, не на виду людей, и по определенной причине, потому что, чтобы это не служило поводом подражания Его. Братья и сестры, ниже немножко отпускаю по этому тексту, по этой главе. Христос наедине с учениками задает вопрос: «За кого почитают меня люди?» И ученики отвечают словами народа. Кто-то считает, что ты Илия, кто-то один из пророков воскресшего. И затем Христос задает вопрос, братья и сестры, вопрос искренний: «А вы?» И здесь Петр отвечает, братья и сестры, мне нравится ответ Петра. Симон же Петр отвечал, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Эти слова написаны в Евангелии от Матфея, но это суть его ответа. Братья и сестры, и ниже, вот после этих рассуждений, после вот вывод к всему этому, Иисус обращается ко всем и говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Братья и сестры, и дальше в этой главе, к заключению главы, приходит Иисус, приводит три примера, три разные люди, которые хотели или, услышав призыв, что-то им мешало следование за Христом. Что-то им мешало. Братья и сестры, сам призыв «следуй за Мной», я думаю, мы с этим легко соглашаемся, что это является большим благословением для нас, имея привилегию или возможность следовать за Христом. С английского перевода: «Если кто хочет быть моим учеником». Быть его учеником – это значит иметь те благословения, которые он может предоставить. Естественно, мы следуем за Христом, хотя или имея желание получить то, что он может нам предлагать. И делая такой призыв, во-первых, я вижу здесь большое благословение, и Христос открывает определенные условия, по которым нужно идти за Ним. «Отвергни себя, возьми крест твой» – с английского перевода «каждый день». Это определенный процесс следования за Христом. И следуй за Мной. Братья и сестры, следуй за Мной. Это мой путь, мое поприще до неба в следовании за Христом. Ну и в конце вот главная мысль, на которую я хочу обратить внимание и немножко рассуждать, братья и сестры. Когда Христос делает призыв, во-первых, открывает красоту возможности следования за Ним, а затем Он говорит: «Следуй, но следуй за Мной». То есть, я иду вперед, вот за Мной иди. Знаете, я думаю, у нас бывало, был такой опыт, определенный опыт, будучи водителями. Когда поехали в определенную поездку, незнакомая дорога, и, как правило, у нас есть такое устройство, GPS, мы набираем адрес, direction, куда поедем. И мы по определенному адресу едем, чтобы достичь цели, куда нам нужно приехать. Братья и сестры, бывает, что мы едем, ну, несколько машин вместе. У меня адрес есть, GPS работает, меня он ведет. И в определенный момент предо мной едет другой брат, например. И я уже не смотрю на GPS, а смотрю за ним, и за ним еду. И в определенный момент мы поняли, что куда-то приехали не туда. Я понял, какая причина, что послужило тому, что я приехал не по адресу. Братья и сестры, отвлекся от моего GPS и ориентировался на кого-то. И приехал не туда. Иисус говорит: «Если кто хочет идти за Мной, иди за Мной, иди за Мной». Братья и сестры, нахожу, что в нашей жизни иногда бывает так, что, следуя за Христом, что-то нам мешает или что-то нас отвлекает, или кто-то. И мы где-то теряемся с цели, и может это послужить к тому, что мы не дойдем до цели по причине, что мы где-то поменяли ориентир, где-то поменяли нашу ориентацию. Следование за Христом. Братья и сестры, первый пример, по которому хочу построить первую мысль, кто может мешать следовать за Христом, или кто может стать предо Мною, я могу оказываться следовать Христа, ориентируясь на людей. Братья и сестры, помним ученики Иисуса Христа, Петр. Знаете, мне он очень нравится, как ученик.
яркая личность. Мы помним, как прозвучал первый призыв Петра. Петр и Андрей занимаются своим делом, Христос видит. Оставьте свое дело, идите за мной, я вас сделаю ловцами человеком. И тотчас они оставили, следовали, пошли за ним. Братья и сестры, прекрасный пример. Братья и сестры, и вот в следовании за Христом Петр услышал первый призыв, но недооценил второй призыв. Что я имею в виду? «Следуй за мной, и я тебя сделаю ловцами человека». Знаете, в наш духовный рост есть определенный возраст. Иоанн пишет в свои послания: «Пишу вам, дети, потому что вы познали Отца. Пишу вам, юнош, потому что вы сильны, Слово Божие в нем, и вы победили лукавого. Пишу вам, отцы, потому что вы познали первоначального». Братья и сестры, мы можем наблюдать определенный возраст, возрастание духовное. И вот так же нас звучит в нашей жизни, когда мы слышали призыв «Следуй за мной». Там было продолжение. «Я тебе сделаю ловцами человека». Петр обратил внимание на первый призыв «Иди за мной», но я думаю, что он недооценивал второй призыв. И дальше мы посмотрим это, как произошло, или что случилось в его жизни. Братья и сестры, мы помним дальше. Все хорошо, прекрасное следование за Христом, с ним хорошо. Петр с ним уже к заключению служения Иисуса Христа в Гефсиманском саду. «На смерть с тобой пойду, братья и сестры, а затем через пару часов я его не знаю». Не знаю трижды. Братья и сестры, немножко проходит, Христос умер, затем воскрес. Затем один раз показывается ученикам, второй раз показывается ученикам. Братья и сестры, и так неприятно читать вот эти слова. Петр сказал в один день: «Пойду ловить рыбу». И с ним толпа, еще семеро учеников. Они занимаются этим делом всю ночь, бесполезно, а утром Иисус на берегу. Помним события, не будем время останавливаться. Братья и сестры, в конце этой событии откровенный разговор Христа с Петром. «Любишь ли ты меня трижды?» Братья и сестры, кажется, ну вот падение Петра, он отказался от Христа трижды. «Любишь ли ты меня?» И Христос сейчас ему поручит дело большое совершать. То, что он не услышал вначале. Братья и сестры, я вот читаю вот это место. «Трижды любишь». И в конце Христос говорит: «Следуй за мной». Братья и сестры, после этих слов Петр отворачивается и смотрит там идущий за ним ученик, которого любил Христос, и Христос любил по-особенному. И вопрос задает Христу: «А с ним что будет?» Знаете, братья и сестры, мысль такая. В следовании за Христом меня иногда мешают люди. Вот прозвучал призыв «Следуй за мной». И якобы яркое желание, я следую за ним. И в определенный момент смотрю назад, обворачиваю и говорю: «А что с ним будет?» «А что с ним будет?» Знаете, отрицательный пример. Относительно недавно еду по дороге. Там висят знаки определенные, нужно соблюдать их, братья и сестры. И как мне казалось, я еду, как все. И в определенный момент вижу мигалочки. И знаете, я даже удивился, почему меня останавливают, все едут. Я еду, как все. И знаете, он меня останавливает, говорил, сколько ехал. И оказывается, я превысил. И знаете, там аргумент не работал, что все так ехали. Не работал, братья и сестры. Я нарушил. Даже если, по-моему, все так делают, это нарушение. Братья и сестры, написано, что верою Ной построил ковчег. И вот этой верою он осудит всех, которые жили в его время. Этой верою. Это когда все делают неправду, я один даже остался. Братья и сестры, вот здесь добавлю мысль, иногда мне кажется, что я один остался. Но при всем этом у нас пример есть эти юноши в Вавилоне. Толпа поклоняется идолу, они стоят. Им безразлично, что они будут выделяться среди большой толпы. Братья и сестры, это второй призыв. Иди за мною. У тебя направление, не отвлекайся на людей. Пусть
пример людей тебя не отвлекает, не сбивает с толку. Ты иди за мной, братья и сестры. Как важно помнить, когда мне прозвучал призыв, иди за мной. Братья и сестры, в этом призыв первое, конечно, это благословение и возможности быть его ученикам. Но для этого нужно соблюдать определенные правила или принципы. Иди за мной. Люди не ориентир, братья и сестры. Христос ориентир. Даже если бывает, что я буду где-то выглядеть необычно. Братья и сестры, такое неприятное чувство иногда происходит среди христиан, когда я выделяюсь, и это мне неудобно. Братья и сестры, должно было бы иначе, но, к сожалению, вот такое явление бывает. Давайте будем помнить. Христос, когда делал призыв «следуй за мной», Он дал, во-первых, такое благословение быть Его учеником. И когда Он сказал «следуй за мной», Он это имел в виду. Он идет впереди, на Него ориентир, не на людей. Вторая мысль, о чем хочу привести пример, другой пример, это записано 3 Царств, 13 глава, это одна глава, эту историю пишет, думаю, не настолько известная или ярко запоминающая история, я некоторые моменты буду читать, напоминать о том, что там написано. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершать курение. И там слово от Господа и дальше. И сказал царь, братья и сестры, помним, там он пришел, говорит то, что Господь говорил. Этот царь хотел поднять руку на человека Божьего, рука засохла, потом он помолился, и это исцеление произошло, и дальше. «И сказал царь человеку Божию, зайди ко мне в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок». И человек Божий, который услышал или получил поручение Божье, нигде не останавливайся, никакой дом не зайди и не кушай, и назад другой дорогой выйди из того города. Братья и сестры, было Слово Божье, и здесь человек Божий отвечает царю, не зайду, и вышел из города. Об этом стало известно пророка того города, он старец, пророк написан, нету имени, и пророк оседает осла, пошел, находит человека Божьего и говорит, и зайди ко мне и подкрепись. И он отвечает, Бог повелел не зайти. Братья и сестры, дважды повторяет, Бог сказал, не зайду. И пророк говорит, Бог мне сказал, чтобы ты зашел. Зашел, покушал, потом вышел, а потом лев и растерзал Божьего человека. Растерзал его. Братья и сестры, что произошло? Произошло, что Слово Божье или то, что Бог мне сказал, в определенный момент стало менее важнее, чем сказал пророк в нашем контексте. Пророк сказал. Братья и сестры, практические применения, как происходит, от чего я иногда даже, скажу искренне, немножко даже раздражает, братья и сестры. Смотришь иногда. Вот знаете, вот мы вернемся немножко в наших семьях. Дети растут. И это естественное, нормальное, я думаю, явление, когда дети в нашем присутствии не делают то, что они могут себе позволить делать, когда нас нету дома. Не знаю, может быть, у вас по-другому, у меня так бывает. Они прятались от меня и чем-то занимаются то, что они знают, что папа не разрешит, им нельзя этим заниматься. Братья и сестры, в частности, это телефон, вы знаете, о чем мы. Но сам принцип или факт, или поступки. Мое присутствие запрещает где-то в подсознании, они не будут делать, потому что я там. Знаете, я часто очень сильно об этом переживаю, молюсь Богу, и всегда стараюсь им объяснить, что они Бога бояться надо, не меня. Бога бояться надо. Братья и сестры, иногда смотрю в наших церквях, к сожалению. Руководители молодежи боятся больше, чем Библии. Или служителя церкви и так далее. Без разницы, в каком контексте говорим. И я делаю или не делаю то или иной поступок, потому что присутствие человека, братья и сестры, это хорошо и на своем месте. Но важнее этого есть Бог, чего нужно бояться.
И вот Христос делает призыв: иди за мною. И почему-то вот в определенный момент мне нужен рядом человек, который меня останавливал делать или не делать то или иное дело. Братья и сестры, это вот дети поступают, это объясняется тем, что у них детский возраст. Но мы, которые следовали за ним, те, которые вот детский возраст услышали призыв, конечно, обрадовались, и мы имеем спасение во Христе. А второй призыв был Петра: я тебя сделал ловцами человека. У тебя служение, у тебя занятие другое должно быть. И почему в определенный момент в моей следовании за Христом мне нужен тот человек, который будет меня останавливать? Братья и сестры, опять повторюсь, вот в определенный контекст это и правильно, и хорошо. Но если это вот такой образ жизни у меня, что мне всегда нужно подпереть чем-то, братья и сестры, у нас есть слово, Священное Писание, есть Христос, который делал призыв, и я следую за Ним. Я следую за Ним. И третий пример, братья и сестры, третий пример, он очень похож на второй, немножко другой оттенок. Пророк Илия, определенное переживание, в стране нету дождя, несколько лет уже, голод лежит, вся страна в голоде. И Господь говорит Илию: иди в Сарепту Сидонскую, я повелел одной женщине, вдове, кормить тебе. Он приходит к этой вдове, разговор помним, и в конце написано, что и пошла она, и сделала по слову Илью. И мука не закончилась, и масло не закончилось. Определенное время. Братья и сестры, человек поступает по слову, которое было Богом сказано, и определенное время испытывает благословение. Немножко времени проходит, и сын этой женщины умирает. И эта женщина в разочаровании приходит к Илию, к пророку Божьему, и говорит: почему ты пришел ко мне напомнить Богу о моих грехах, и Бог умерщвил моего сына? У нее негодование и непонимание. Братья и сестры, когда смотрим контекст, эта глава заканчивается тем, что и Илия поднимается, молится, Христос воскрешает этого сына, и в конце она говорит такие слова: «И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слова Господни в устах твоих – истина». Братья и сестры, я допускаю такая мысль, что Бог допустил смерть этого сына для того, чтобы переориентировать эту женщину с Ильей на Бога. Вначале она пошла и сделала по слову Илью, хотя это было слово Божье. А в конце она переориентируется и говорит: теперь-то я узнала, что слова Господни в устах твоих – истина. Братья и сестры, мысль такая или вывод, практическое применение в нашей жизни. Господь Христос говорит: следуй за мной, я иду впереди. И знаете, как неприятно наблюдать такая тенденция идти за людьми. Определенный проповедник или спикер для меня является вот такая двигатель, который меня тянет. Братья и сестры, Бог здесь не человек. И когда даже слушая любого проповедника, нужно видеть Бога, Его слова передаются посредством людей. Да, Бог людьми пользуется. Но когда в моей жизни появится определенная личность, которая является для меня авторитетом, большой риск, чтобы авторитет Божий перешел к человеку, братья и сестры, это большая опасность. Большая опасность. Вот Господь произвел эту работу с этой женщиной. И вот вывод. Теперь-то я узнала, что слова Божьи в твоих устах истина. Братья и сестры, считаю, очень важно в нашей жизни, когда следуем за Христом, когда, услышав призыв, первый призыв – быть Его детем, быть Его учеником, услышав второй призыв и держать весь ориентир на Иисуса Христа. Он идет впереди. И когда это бывает неудобно, следование за Ним, когда все иначе поступают, первый пункт, о чем мы говорили, это меня не должно беспокоить, братья и сестры. Ты следуй за мной. Когда следуй за Христом, братья и сестры,
И нужно исполнить Писание, нужно Слово Божие исполнять. Братья и сестры, давайте будем помнить, я иду за Христом. И не надо ходить перед людьми, надо перед Богом. Да, братья и сестры, мы ходим перед людьми, и, естественно, вот наше совместное служение, и не только. Это мы соприкасаемся, и это с Церковью Христовой, которую Он созидает, и это создано из живых камней, это каждый член Церкви. Но во главе Иисус Христос, я за Ним иду, за Ним иду. И мои действия должны мотивироваться на Иисуса Христа, не на людей, братья и сестры. Иисус Христос меня мотивирует, определяет мои действия. Он. Он есть центр, не люди, не люди, братья и сестры. И третья мысль. Идти за Христом, а не за людьми, это значит, Христос является для меня авторитетом. Знаете, среди молодежи, работая с молодежью, не редко или иногда, скажу, лучше звучать будет, наблюдается такая тенденция. Определенный человек, определенный спикер, и за ним люди идут. Братья и сестры, да, есть определенные причины, почему кого-то интереснее и лучше слушать, кого-то нет. Но если я хочу слушать человека, не Бога, во мне проблема, не в нем. Во мне проблема. Я хочу Бога слушать. Я хочу Его услышать. Я хочу Его услышать. Братья и сестры, хочу напомнить. Это большое благословение, которое мы с вами имеем. Знаете, есть в Писании много благословений, которые мы по причине того, что мы их не замечаем, мы ими не пользуемся. Но я думаю, самое большое благословение – это быть детьми Божьими, чему мы очень рады, то, что нас соединяет в Церкви Христовой. И мы когда-то услышали призыв «Иди за Мною». В результате чего мы стали быть детьми Божьими, братья и сестры. Это большое благословение, которое мы имеем, чему нужно радоваться и благодарить Бога. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Братья и сестры, это первый призыв. И второй там же, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я смирен и кроток сердцем. Знаете, было предложение предлагать иметь молитву или призывную молитву, если у кого-то Бог касается. Братья и сестры, я вам скажу мое отношение к вот призыву к покаянию. Всегда нужно определить себе, что каждый человек, осознав свое греховное состояние пред Богом, ему нужно с Богом примириться и решить вопрос вечности. Это принципиально важно, потому что если не решить вопрос вечности, нас ожидает, или тех людей ожидает погибель. Но есть уже определенный возраст, когда мы первый шаг, услышав первый призыв, мы сделали первый шаг покаяния. Братья и сестры, и мысли основные, о которых мы говорили, это больше относится уже к членам церкви. Тот, который, услышав призыв, возрадовался и следовал, решение принял следовать за ним, нужно пересмотреть, иду ли я за ним или нет. Братья и сестры, тот, кто идет в Перми, является ли Христос или нет? Давайте пусть Слово Божие, которое прозвучало, пусть касается всех нас сегодня. Если я, проводя определенный анализ, я вижу, что я не иду за Христом, братья и сестры, пусть Дух Святой совершит работу в наших сердцах. Если я обнаруживаю, что я иду за людьми, не за Христом, пусть Господь, во-первых, поможет нам осознать это, если это где-то произошло, и просить у Него прощения за это. Братья и сестры, со Христом на небе будет прекрасно. А для того, чтобы дойти туда, нужно идти за Ним. Он открыл наш путь. Он проложил путь впереди нас. И Он идет впереди нас. Он всегда рядом и хочет нам помочь идти, дойти. Как ответственно держаться Его. Братья предложат общее пение, призывной гимн. И если во время общего пения
У кого будет Дух Божий, голос стучит в сердце. И мы осознаем, что мы в определенный момент следования за Христом оказались неправильно, шли за Христом, а где-то за другим. Братья и сестры, это поможет Господь, чтобы наши сердца пришли к Богу с покаянием. И Он да поможет Он нам, чтобы нам переориентироваться в нашем следовании за Христом, идти за Ним.